Хе-хей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня вместе с вами поиграем в хоррор-карту SCP. Такая карта есть на ПК, но мы ее посмотрим на нашем мобильном Майнкрафте. Во-первых, мы являемся в такой комнате, у нас эффект слепоты, и, друзья, создатель этой карты Данил. Спасибо тебе, Данил, за такую прекрасную карту. Надеюсь, она будет и вправду прекрасной. Ну, а мы собираем все вещи, которые у нас есть в этом сундучке. Так понимаю, нам придется драться с монстрами, которые будут встречаться на этой карте. Ну, уже довольно жутковато. Вот такая атмосфера, друзья. Такой атмосферы я ждал всегда. И я не ждал, что выпустит какую-то хоррор-карту после моей больницы. Хотя мои карты знают всего лишь некоторые люди, кто смотрит мой канал. Но остальная половина об этом вообще ничего не знает. Ну, собственно, комнаты, я понимаю, пустые. Это, друзья, кто-то еще здесь был, кроме нас. Ну, я просто логически думаю. Ну, а мы будем спускаться вниз. Дверь, я так понимаю, выбраться мы отсюда больше не сможем. Хотя нет, друзья, есть задний ход. Так, вот, да. Ну, собственно, давайте, наверное, пойдем влево, потому что прямо идти пока мы еще не хотим. Точнее, я не хочу. Так, а что же у нас происходит? Так, подождите, я запутался. А, открывается дверь, все понятно. Все, просто маленькая задержка, друзья. Пока я никого не вижу, но становится уже довольно жутко. От того, что я никого не вижу, и вправду становится жутко. Но если выскочит какой-то зомби или даже скелет, это будет еще хуже, чем было до этого. Так, подождите. Пустой. Странно, я думал, здесь сейчас появится моб, которым будем должны убить. Ну ладно. Так, ничего не происходит. Здесь нужна, так я понимаю, карточка. Вот у меня карточка пятого уровня. И давайте засунем туда и посмотрим, что у нас произойдет. Так, вот так. И что ж, нажимаем на нашу кнопочку. И наша дверь почему-то не открывается. Это очень странно. Хотя я положил карточку, и она пропала. Что творится с этой картой? Ладно, пока еще ничего страшного нет. Ну, друзья, атмосфера довольно жуткая, сразу скажу. Так, эта дверь открывается. Давайте туда даже зайдем. Так. А то, что мы видели сейчас. Видели все или видели только я? Когда мы зашли в эту чертову дверь, у меня примелькнуло что-то черное. Если... Так, а сейчас что было? Если вы видите или видели вот эти черные полоски, друзья, напишите в комментарии. Или мне просто показалось, я не верю. Ну, дверь не открывается, мы тогда будем идти вправо. Там... Хотя нет, друзья, вправо я больше не хочу. Я понимаю, что комнаты, наверное, будут одинаковые. И поэтому... Так, здесь пусто. Поэтому пойдем в серединку. Я пока ничего страшного не вижу, но все равно атмосфера пугает. Поэтому вы должны пройти эту карту сами, а проходить целиком ее нету смысла, потому что, друзья, у вас уже не будет атмосферы прохождения этой карты. И здесь нам нужен ключ. Точнее, карта второго уровня. Давайте ее положим. Вот она. И что ж, дверь открылась. И здесь очень много паутин. Давайте ее заберем. И, собственно, давайте, наверное... Хотя не читал, я не знаю правил. Точнее, мы, наверное, можем ломать эту паутину. Давайте тогда ломать. Ну, ломать она довольно быстро, потому что у нас алмазный меч. И там я вижу еще одну карточку. И, друзья, что же это у нас будет? Это у нас... Что это у нас? Это у нас карточка третьего уровня. Ну, карта довольно запутанная, ничего пока страшного нет. Я слышу, что везде где-то шумят мобы, монстры, может, это специально как-то сделано, никого я пока еще не вижу. Ну, друзья, собственно, карту вы можете скачать перейдя в описании. Ну, а я с вами буду прощаться. Не забывайте, ставьте лайки. И не забывайте, конечно, подписываться на канал. И давайте наберем 10 тысяч подписчиков.